хорошая ровная. Нефтяники стали ездить уже лет 5-6, 50 тонн фуры ездили. Все, продавили, раздавили. В Родионовке, он нефтяная компания в начале въезда, они ездят. Они туда возят, ездят трубы, трактора, фуры, бульдозера возят по 50 тонн. Да, по 50 тонн. Какие там КамАЗы, травы. КамАЗ это мелочи. И веки. Урал, там Урал мелочи. Мерс с прицепами, бульдозер тащит на себе. Глава администрации наша сказала, что грузовые машины шли через этот мост. Это один единственный мост, по которому передвигаются все. Она дала разрешение, она сказала, мы подцепим все, уберем все, сделаем. В итоге было ничего не сделано. И вот каждый раз, когда ты там проезжаешь, там реально можно провалиться. Это считается центральная улица. Одни обещания. У нас совершенно нет дорог. Наши дети ходят по грязи, по лужам. Остановка стоит очень далеко. Дети с мокрыми ногами. Обувь мы сушим днями. Проблема состоит в том, что деревня практически как деревня грязи. У нас нет вообще ничего. Мы живем только одними обещаниями. Здесь, как мы можем видеть, заканчивается цивилизация. То бишь асфальтная дорога, которая по документации проложена по всему поселку. Но, как видим мы, прошла она и закончилась возле остановочного пункта. Ну, у нас как получается взаимодействие с районом? Мы подаем заявки в начале года, что необходимо, какой комплекс мероприятий необходимо выполнить по территории в общем поселении. Свои предложения вносим. Естественно, все зависит от того, какие средства на все, не то что выделяются, а будут. У нас-то средства только поступают в бюджет от налогоплательщиков и плюс акциз. Мы дотационные практически на 60%. Поэтому на сегодняшний день именно по нашему поселению, вот буквально в понедельник у нас заседание планировано было, задолженность по транспортному налогу составляет более 700 тысяч рублей. Возмущены этим состоянием дорог, инфраструктуры, постоянное отключение электричества, провода в недолжном состоянии находятся, постоянное перезамыкание, техника людей горит, освещения нет по центральным улицам, не говоря уже по переулке. Ну, как бы это все возмущает. Мы тоже люди, хотим жить нормально. Как бы у нас тоже дети. Грязь невыносима. Вот там бы еще не были, не дай бог. Так идешь и не пройдешь. Трудно, как тут же и управляющие были, а сейчас не управляющие. У нас вот одна врачиха, хоть у нас, она тут стала работать. Вся Лермонтова от начала и до конца года рук. А мне там еще хуже. А тут же шли машины большие. А ну-ка вот, как? Нефтяник. А у них какие дуры. Вот у меня и стены полопались в комнате, обои. Багеты падали несколько раз. Там не дай бог. Я живу по улице Лермонта, вот она. У нас нет освещения вообще. Не то, что там хоть одна лампочка, у нас его нету. Месяца два назад у женщины там ограбили машину. А потом говорят, почему грабят? Потому что нет освещения, дорог нет. У меня ребенок ходит в школу. По этой дороге невозможно его провести. Машины так такого нету. Вот только приобрели. Хотя бы хоть чем-нибудь засыпать и поставить свет. Все жители не лукавят, нет освещения. Хочу сказать, освещение у нас есть. Буквально в прошлом году мы согласовали наши лимиты с электриками. Угу. То есть мы, естественно, больше этих лимитов не можем возле каждого дома вешать лампочку. Угу. И тем более, что существует СНИПы, по которым устанавливаются эти фонари. Mm-hmm. Освещение у нас занимается администрация именно поселения Волошинского сельского поселения, в которое входит Юдино. Ежеквартально производится замена ламп
либо ремонт уличного освещения. В администрацию поселения жители предоставляют заявки, у кого где чего не горит. И мы заключаем договор со специализированной организацией, которая предоставляет нам эти услуги. Буквально вот в начале марта, и в том числе по Юдина, был сбор информации. У меня, получается, большая проблема на сегодня – это Юдина, хутор Глинки, вот где необходимо на сегодняшний день выполнить замену. Наша центральная улица. Освещения практически нигде нет. И даже там, где стоят фонари, они практически не горят, потому что даже лампочки поменять некому. И детские площадки, говорят, они в каждых селах все делают родители сами. Но тем не менее, мы тоже делаем. Покупаем, мы все делаем. Слышу, все, что можем. Когда обращаешься к главе за какой-либо помощью, это нужно выбивать. И ничего не делается. Все. А по поводу садика были выборы прошлые, депутатские у нас. Еще был Шаблыкин, нам шел, когда он в Москву. Он нам обещал, вот так как лично я с ним, он обещал, что садик будет, построился там. Потом сколько лет уже заморозилось, не хватает финансирования, что там проблемы какие-то. Вот, сейчас опять очередные выборы в Думу. Сейчас опять приедут обещать нам. Сейчас 1 сентября будут детям дарить телефоны, смартфоны с визиточками, как товарищ Лютиков ребенку за 140 рублей подарил, ну, первому классу подарили подарочки и с визиточками. Сейчас все начнется, опять нам проедут по ушам, лапшу навесят. И все. И опять без ничего мы останемся.